общались. Значит, бывает так, что... Потому что вы не купались. Да. Ребята, внимание! Человек поехал эвакуировать друзей и не вернулся. Заблудился, орк. Бывает и такое. Это вот Леша Леонтик, которого все знаете, Баринов Алексей. Сейчас поедем его спасать. Искать. Я с тобой! Но я очень с большим удовольствием хочу озвучить тот факт, что мы награждаем памятным дипломом сегодняшней встречи его жену Иру, которую вы все хорошо знаете. За что? Знаете за что? Она поймала самую большую рыбу сегодня. Покажи! Она поймала самую большую рыбу. Кто ее видел, эту рыбу? Я думаю, запомнит ее надолго. Да, очень большая. Ну а диплом будет вот вручен, как только Алексей вернется в лагерь. Следующий наш номинант — это Башков Денис и Башков Оксана. Это белые. Мы вручаем вам диплом за сообразительность и смекалку. Вы были единственными сегодня, кто смог отгадать кодовое слово, которое задумали орги на нашем ориентировании. Кстати, для всех, это слово совсем не то, что многие из вас подумали. Это... Бабье лето. Это бабье лето, ребята. Так называется сегодняшняя наша встреча. Мы держали это в тайне от вас. Это простое словосочетание. Много толкований много было чего сложить, но это было все-таки бабье лето. Итак, Денис и Оксана, мы вас поздравляем. Да не уходи, то я тут. К сожалению, ребята немножко выехали за регламент, то есть из отведенных 3 часов на гонку они ездили 3 часа 20 с хвостиком минут. Вот. Поэтому они собрали больше всех точек, между прочим. И мы не смогли вручить диплом за первое место, только потому что все-таки хоть соревнование у нас и шуточное, но это соревнование. Вот. Они выехали из регламента, поэтому они получают только лишь вот поощрительный приз за смекалку. Но, ребята, молодцы, аплодисменты. Теперь мы наградим тех, кто занял 3-е место. Я не оговорился, это несколько человек. Более того, это несколько экипажей. Это 3 экипажа, которые собрали одинаковое количество точек. Они, к сожалению, кроме Дениса с Оксаной, никто не смог отгадать нашу загадку. Но ребята собрали одинаковое количество точек за одинаковое время. Поэтому 3 экипажа у нас сегодня награждаются дипломами памятными за 3-е место. Вот. Это Мищенко Алексей, экипаж. Прошу. Как это? Это экипаж Гаврилина Дмитрия. Аплодисменты, прошу, ребята. Это на УАЗике Дима, он уехал. Ой, как жалко, мы его только что встретили, надо было... Да. И Шульгин Андрей, тоже 3-е место. Молодцы! Просто штурман выключил. Что ли? Пни его. Вот надо было ему какую написать. Второе место. Уже написал, извини. Это человек самоотверженно боролся, на самом деле, за победу. Несмотря на то, что автомобиль капризничал. Хватит целовать. Несмотря на то, что все было очень непросто, он пришел к финишу и смог занять 2-е место.